Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Улуха. Четвертый день, 35 рун забираю. Так, ну что, наверное, сразу глянем, есть ли какие-то у нас события. Пока нету, но через один день будут. И это у нас свирепые против хранителей. О, я не завидую хранителям, потому что свирепые их просто перемолят и выплюнут. Ладно, событий сегодня нету, значит... Будем заниматься чем? Ну, во-первых, у нас есть место для паков ареновских. Поэтому я думаю, что мы будем сегодня их набивать. А также... Так, этот у нас прокачался. А ты, кстати... Ага, блин, не хватает рыбы. Ну, конечно же. Конечно же, с рыбой большие проблемы. 150 от тусклого янтаря забрал здесь. А здесь у нас уже готово. Блестящий янтарь, 4 штуки. Шикарно, могу поставить еще? Одну штучку, ладно, фиг с ним, пускай будет. Пускай будет. Так, зайдем в магазин, посмотрим на новинки. Так, здесь отказываемся. И тут я тоже отказываюсь. Мне это не нужно. Что они там предлагают нам? Это просто грабеж средь бела дня. Так, 162 миллиона рыбы приносит нам весночес. Подожди секундочку, знаешь, что я хотел сделать? Ага, кстати, этот у нас... Вот он, родной мой. Трындец, что? Рыба кончилась моментально почему-то. Я его хотел до 112 уровня прокачать. До максимального, который нам тут пока доступен. На данном-то этапе. Ага. У нас модификрылка получила 88 уровень. Фига себе, 238 миллионов рыбы нужно, чтобы... прокачать один лишь уровень. Это серьезные заявки. Так, ворчун у нас получает 66 уровень. Да пускай идет тренируется, господи. Че, мне жалко, что ли? Так, где у меня здесь... Где моя команда? Вот здесь она, да? Ага. 63 уровень. 58-й. Так, ну пока у меня с рыбой вообще напряженка, если честно. 100 железа забрали. Так, лети-ка ты давай за рыбой. Буйволорд, наверное, тоже пока за рыбой лети. 374 тысячи, ну что-то вообще никуда не годится. Давай вперед за рыбой. 27 миллионов. Достали рыбы. Давай-ка мы, наверное, его отправим дальше. Дальше за железом. У нас 422 железа в данный момент имеется в копилочке. Так, 120 миллионов не хватает. Давай за древесиной лети. Так, этого тоже отправляем за древесиной. А почему у меня беззубик? Хм. А беззубик-то почему у меня... не был на задании. Я его опять забыл отправить, наверное, да? Блин, 10 копеишек-то всего надо. 10. Не 100, 10. И вот вечные какие-то проблемы с этим происходят. Так, помощники. Давай лети бесплатно, делай там помощь какую-то. Угу. Ну давай посмотрим. Мне бы, конечно, хотелось бы получить руны. Чего уж там придумывать. А сколько? 12. Ну, 12 еще куда ни шло. В приключения мы его отправляем. Блин, 12 рун получил, 8 потратил. 4 в плюсе получается всего лишь. 4 руны в плюсе, ребят, ну это смешно. Погладить рога. Иди гладь рога. Приручение. Бесплатно. Так, ну что, эти гаврюши у нас все отправились. В бесплатный, так сказать, путешествие. Что мы хотели дальше? Наверное, открывать паки будем. Загадочный. Будьте добры. Так, монетки. Душитель, шторморез, шепот смерти. Сразу еще тогда один глянем. Так, 6 монет Одина. Крылатый ужас, громобой, древоруб. И что тут у нас? Опять громоножка. Окей. Откройте два набора карт. Так, а громоножку мы
В ангар. Отправить? Да, конечно, отправить. Пускай он там сидит. Отказаться. Так, Роза Ветров. Пускай прокачивается и летит дальше. Брызговик. Пожалуй, тоже его... Ага, он уже переходит... дослужился до того, чтобы перейти в Титаны. Так что пускай дует. Ну что, здесь вроде бы со всем делом этим разобрались. А, погоди-ка. Блин. А, подожди-ка, рыба. И нехваточки, как всегда. Ну что у тебя-то там? Это все дело заберем и дальше его отправим. 26 миллионов. 48. 25. 46. Так, сколько у нас там в совокупности? 532 миллиона. Шлем викинга заберем. Как-то так. А что у нас тут-то? А, у нас еще тут древесина, оказывается, лежала. Подожди, тогда мы можем вот этого, наверное... Ага, нет, не этого. Этот у нас будет лежать дальше. Блин, тут рыба нужна. Кого же тогда прокачивать-то мне? Блин, Карелы, тут везде нужна рыба. О, вот, кстати, кого мы пойдем сейчас отправлять на обучение. 375 железа, ребята. Опупеть. Что же у вас такие расценки-то, а? Заоблачные просто, зверские какие-то. Что у нас тут еще забрать? Ага, остатки. Блин, куда мне древесину-то потратить? На прокачку? Но на прокачку нам нужна рыба, а не древесина. Значит, надо делать упор на рыбу. Получается. А что я еще могу сделать здесь? Просто мне хочется куда-то эту древесину потратить. Можем, конечно, вот сюда вот потратить, отправить его. Давай, наверное, так и сделаем. Пускай он летит. 33 железа нам хотя бы принесет. Ну что? Тут у нас... Так, вы забрали все сезонные награды. Начать сезон. Да, ребят, новый сезон. Новые награды. Ну, в общем, все прекрасно, сам понимаешь. Так, что там за награда? О, 40 железа сразу же нам скинули. Дальше идет 30 рун. Потом какие-то... Что там за... блестоцветы? А вот это вот что такое? Я не могу понять. Что это такое? На рынке сезона. Давай глянем. Ох ты, премиум. Мюнхгаузер. Обалдеть, дракон. Изловив Мюнхгаузера, Рейкер Гримбард назвал его идеальной особью. И со дня побега из карьеры охотников на драконов ничего не изменилось. Сила этого дракона ничуть не уступает ему острому уму. «Запомни», — говорил Рейкер, — «он умнее тебя». «Но не меня». Хе-хе. Огненный же, да, получается, да, огненный. И сложность обучения практически такая. Сложная. На максималке. Безжалостный боец. Боевой дух 9. Так. Дальняя средняя сила. Такая вот ужасная чудовище атакует врагов мощным взрывом потоков огня. Круто, конечно. Бурестраж. Рубиний. Красногриф. Это сородич громобоев, видимо. Ну, парящий прихвостень у нас есть. Этот у нас пещерокрушитель есть. Солнцепарусный ветрожок. Нифига себе. Ну да, если мы не успеем, ребят, накопить, сам понимаешь, на что, будем открывать. А что у нас пак этот содержит? Небоклич, звездрык, стальной проныра, суперспок, кукарикун, вечерняя звезда, костолом, рыбий хвост. Вот костолом, рыбий хвост и пещера-крушитель у меня есть, остальных нету.
Небоклич, конечно, тоже прикольный, мне нравится. Небоклич и вестник мира. Этот незлобивый дракон появляется над полями сражения после того, как заканчивается схватка. Он кружит над павшим и проливает слезы о них. Эти слезы дождем падают с неба и ускоряют... и укоряют людей за их жестокость. Вот такой, типа, какой-то, я не знаю, как его и назвать-то. Милый дракон, судя по всему. Ну что, это мы все сделали. Единственное, сейчас я еще отправлю кое-кого. Например, этого за древесиной. Этого за рыбой. Ну, чтобы все были уже, как говорится, рыбные и лесные места заняты. Чтобы не простаивали. Так, подожди, подожди. Да подожди, ты говорю. Давай, лети за рыбой, а ты... Да что-то я хочу кликнуть на вот. Не понял я. В плане, я не могу древорубу уже выбрать, вы чё? На древоруба кликаю, какая-то фигня появляется, прикинь. С чего-то вдруг. Ну, все, вроде бы, здесь мы закончили. Так, а теперь что? Набиваем паки. У нас пока другого варианта нет. Нам до следующего события нужно ждать еще сутки. Ну, зато набьем паки, да и пак вождя тоже не будет лишним, поверишь мне. Так, парящий прихвостень. Блин, и шепот здесь. Зашибись, блин. Это опять топовая команда, твою налево, блин, сунули мне. Ты посмотри. Понятно, начнется сейчас. Чего же они все барсик-то моего бедного колбасика, а? Бедный-бедный барсик. Когда сейчас фаербол свой зарядит? Ой. Как будто я не знаю, что у них на уме и как они будут действовать. Уже не один раз мы эту школу проходили, да? Так, ну что, добиваем этого ханыгу. И делаем дебаф. Удвоение тебе, парень, не поможет это. Так. И добиваем, наверное. Все. Очередная схватка. Я смотрю, у нас тут Костолом, Пристиголовый и Гробль. Ну, начнем с этого охламона, потому что он быстрее будет разбираться. Против шустрых практически моя команда заточенная. Ага. Опять барсику бедному сейчас будет доставаться. Нет. Досталось и шторморезу, как мы видим. Так, неплохо. Мы его задебафили, понижение брони. Ах ты, ну барсик, ну ведь мог же ты сделать, ну... Мог же ты его растоптать. Не знаешь, что тобой такое движело, что ты не стал этого делать. Так, Громоль, остался один. Ага, конечно, держи карман шире. Ну что, пробьем? Конечно. Так, а здесь у нас вот такие ребятулечки. Причем два идут стража. Плюс у нас еще, естественно, тройной удар. Наверное, я начну с тройного удара. Хотя вот этого надо как-то бомбануть. С своими двумя атаками сейчас начнет тут. Две же атаки делает он. Точно, две. Блин. Так, барсику досталось. А это сейчас фаербол мочканет. Твою налево. И че, вот как ты прикажешь мне тут быть? Все, шторморезы, по-моему, ребят, кранты. А, успеваем хильнуться. Ну, хил мне тут вряд ли чем-то поможет, ребят. Это же сейчас фаербол опять зарядит. У него энергии как раз достаточно. И тогда этот добьет. Все, я больше не смогу лечиться. Единственное, что мне, может быть, поможет, это вот так. Я надеюсь, он фаербол все-таки влупит. Молодец. Вот это мне, кстати, и помогло.
Но радоваться рано. Давай фейербол. Блин. Ребята, он не стал тратить энергию. Если он под слепотой у нас будет, то все, у него шансов тут нету на победу. Думаю, мы его сейчас уничтожим. Есть. Так, ребят, ну что, вот у нас выпали два обычных пака и один редкий. Начну с редкого, потому что он дольше открывается. И, конечно же, пак вождя. Так, душитель, шторморез, крылатый ужас, древоруб, шепот смерти, парящий прихвостень и кривоклык. О, и ветрокрыл еще выпал. Ну что ж, неплохо. Совсем неплохо. Сезонный абонемент. Забираем награду. Так, насколько я помню, там руны должны быть. Да, 30 штук. Итого 7400 у нас рун. 1500 всего лишь не хватает. Всего лишь 1500 рун нам не хватает для того, чтобы открыть нового наездника. Ну что, давай, наверное, продолжать. Да, я хочу продолжить. Мы, конечно, не сможем с тобой здесь набить уже паки, но зато мы сможем открыть пак вождя. Так, ну здесь тоже команда, я тебе скажу, топовая, ребят. Начнем, наверное, с Лаварыга. А что, у нас других вариантов нету. Я понимаю, что мы будем сейчас получать тут по полной программе. Этот еще парящий прихвостень со своими фаерболами. И этот со своими двойными плевками. Просто, они мне просто не оставили никакого выбора здесь. Будем надеяться, что этот не применит свою массовую атаку. То есть не успеет как бы до нее дожить, осуществить ее, так скажем. Но этот тоже пройдоха мешается. Блин, фаербол сейчас. Ой-ой-ой-ой, ребят, сейчас зарядит. Ты серьезно? Он просто промахнулся своей массовой атакой. Я не знаю. Это просто чудо какое-то. Что за фризы начинаются, а? Ну, давай. Мы залечим, наверное, наши раны и попробуем его все-таки добить. Твою налево, чуть-чуть, там даже не видно полоски этой ХП. На добром слове живет, одним словом. Так, и следующий поединок тоже ничего хорошего нам тут не сулит. Я вижу Лаварыг. Точнее, скалотряс. Почему я называю Лаварыгом, если это скалотряс? Начнем с него. Начнем с него, пожалуй. Тройной удар, конечно, тоже напрягает. Барсик нисколько меня не волнует. Но у них уровень, ребят, 18, 19, 19. То есть Барсик у меня здесь вообще самый-самый слабенький, маленький. Именно его будут бомбить сейчас они. Конечно же, этот подхалим рад прибежать и атаковать моего слабенького Барсика. Вот и уничтожили его. Блин, тихо, мне нельзя, ребята, чтобы у меня шторморез проиграл. Иначе я потом не смогу отхиливаться. Ну, что ты там пыхтишь? Вот так вот он сделал. Давай, наверное, понижение брони и укус. А там уже добивка будет. Давай сделаем, все. Так, ну что, очередной поединок. Опять этот здесь подхалим сидит. 21 уровень. Да, выше я еще пока не видел. 21 уровень, ё-моё. Да куда вы? Блин, Барсик у меня вообще здесь просто ни о чем. Сейчас его раскроят. Тебе говорю, сейчас его моментально уничтожат. Трэш, конечно. А смысл мне применять сейчас, да? Отхил. Блин, наверное, надо было сюда все-таки бомбить. Оп, оп, хвостом. Зашибись. И снял у меня три. Ты... На тебе. Что-то мне кажется, здесь я, наверное, не дотяну. Промахнулся. Отлично, тогда живем.
Тогда живем. Сейчас мы сделаем отхил. И будем этого шмыгу мочить. Я, наверное, еще все-таки хильнусь. Кусаем. Теперь делаем дебаф. Ну и все. Парнишка да выпендривался. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. Ну что, ребята, вот и последний пак вождя. Будем сейчас смотреть. Громобой, звездрык, водорез и беззубик. Беззубик вообще не выпадал нам 1000 лет уже. Сейчас выпал. Откройте 2 набора жетонов. Так. Обучить. Блин, да-да-да, про академию совсем забыл. Ну-ка, где у нас академия? Сколько у нас там чего? Получить больше викингов. Оп. Так, ну у нас 5, как было, так и осталось. 5. Многие, конечно, на подходе, многие, но... Все равно еще прокачка нужна. Да, прокачка будет нужна. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!